Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео у меня будет закупка продуктов из магазина Лента. Ездил у меня туда, как и всегда в последнее время, мой муж. И получилась эта закупка где-то примерно на 10 тысяч рублей. У нас много что закончилось, поэтому достаточно большая такая закупка у нас получилась. У нас в городе Санкт-Петербурге ввели уже масочный режим, да, то есть магазины пускают только в масках и в перчатках. Если у вас не будет, допустим, только перчаток, будет маска, вас просто не пустят в магазин. Поэтому это у нас теперь обязательно ношение таких вещей в общественных местах. И напишите, как обстоят дела в ваших городах, а я сейчас вам покажу закупку. Итак, вот такая закупка у моего мужа. Давайте начнем отсюда. Здесь у меня яйца C0, 30 штук. Дальше мясо, значит, фарш куриный и фарш домашний, 2 упаковки. Говядина плюс свинина. Вот такие цены. Дальше здесь у меня свиная грудинка. Мы ее коптим в коптильне на улице. Получается очень-очень вкусно. Такая, видите, прям мяса много. Хороший кусочек. Когда есть хороший кусочек, муж меня всегда берет. И здесь у меня свиная корейка. Вот такой большой кусок. Я его разделю на несколько частей, наверное. Может быть, на костре сделаем еще с мужем. Получается на 742 рубля. Вот. Он такая прям тоже хорошая. Хороший кусочек. Так, курочка. Тушка одна. И здесь немного у меня полуфабриката. Взял он у меня пельмешки, вареники. Вот эти Цезарь понравились. Я, честно сказать, их не пробовала, но мужу моему очень понравилось. Вот, сказал, что вкусные. И вот сибирская коллекция пельмешки. Это на случай, если мы будем в огороде много копаться, конечно, уже недоготовки. Тогда вот на этот случай вот такие вещи. И наггетсы тоже, конечно, муж у меня любит. Вот такие взял. Так, здесь у меня сосиски. Папа может. Очень вкусные, кстати, сосиски. Колбаса. Вот это папа может, нравится. Колбаса докторская. Это я, наверное, оливьешечку сделаю. Вот. И вот такая колбаска. Зернистая, полусухая. Дымов тоже моему мужу очень нравится. Ну, кстати, мне тоже ее пробовала. Достаточно вкусная. И кусочек сыра голландский, вот такой, на 187 рублей. Дальше немного молочки, масло сливочное «Вкуснотеево», очень его любим, постоянно берем. Я, как уже говорила, разрезаю половинку в морозильник, половинку кушаем, потом из морозильника достаю. И вот такую вот новиночку муж еще у меня купил, вот такие вкусненькие йогурты. Должно быть, наверное, очень вкусно, особенно вот это, что-то прям очень аппетитно выглядит. Вот такие. И еще вот такая вот штучка. В общем, на пробу взял нам. Должны быть, наверное, очень вкусные. Выглядят, по крайней мере, так. И здесь сметанка 15% и ацетобофилин. Что-то, да, очень мы его с мужем любим. Покупаем не часто, но очень он вкусненький. Я вот люблю его. Так, дальше здесь соусы. Вот такой маринад для шашлыка, для курицы на костре, от Махеев, молоко, большая кружка, и обычный томатный кетчуп еще. И вот такой вот соус, тоже моему мужу очень он понравился, любит с бутербродами его, вот такой, кстати, вкусный. Также здесь сидр Василеостровский, вот это, кстати, Василеостровская пивоварня, очень вкусное делает и пиво, и сидры, в общем, очень вкусно. Так, ну, конечно, чипсы 2 пачки, куда без них. И здесь у меня еще, тоже давайте сразу по напиткам, квас. Вот такой лицкий и темный, и обычный хлебный. Тоже сейчас, когда тепло уже на улице, прям квас хорошо. Сок добрый яблочный и мультифруктовый вот такой добрый. Так, давайте дальше. Здесь у меня хлеб столовый, батон нарезной лентовский и вот такой тостовый. И здесь тоже у меня вкусняшки всякие. Овсяное печенье вот такое с шоколадом и семечками. Вот это, кстати, с семечками, со злаками я как-то брала овсяное печенье, тоже было очень вкусное. И такое с шоколадом тоже вкусненько. Дальше вот такие вкусные конфетки. Такие вот очень их тоже любим мы. Прям они очень вкусненькие. Целую упаковку взял.
И мою любимую халву. Боже, как я ее люблю. Это же вообще очень она вкусная. Единственное, что вот сейчас стало тепло. И вообще, если дома у вас жарко, то храните ее в холодильнике обязательно. Потому что она, ну вот этот шоколад начинает таять, и она начинает разваливаться. Здесь фрукты, бананы, веточка по 93 рубля. Здесь апельсины. Кстати, в прошлый раз брали апельсины такие маленькие. Они оказались внутри красные, очень вкусные были. Муж взял еще апельсинчиков. Яблоки. Вот такие Айдарет. Сразу много нам, мы любим все яблоки. И здесь у меня что у меня? Здесь нектарины. Кстати, в прошлый раз вот он брал персики, тоже по 300 рублей килограмм. Тоже такие маленькие, но они такие вкусные, прям вообще были. Ну, не кислые, прям спелые. Но единственное, что я их намываю и ставлю на стол. Они, видно, доходят. Может, поэтому вкусные. Так, здесь еще у меня груши. Вот такие форель. Вот эти, кстати, форель груши. Они очень вкусные. Такие, ну, чем-то напоминают дичку, но они реально очень вкусные. Поэтому увидите, обязательно возьмите. По 149 рублей. И здесь помидоры вот такие большие взял по 124 рубля. И огурцы короткоплодные вот такие по 89 рублей. Так, здесь еще он у меня взял морковочку вот такую. И что? Это здесь лук репчатый по 49 рублей. И немножечко у меня вот здесь вот всякого-якого салфетки. И туалетная бумага. Какая-то новая, что ли, туалетная бумага. Я такую упаковку раньше не видела. Жасмин. Два слоя. Также вот эти таблетки для посудомойки. Они очень классные. Очень хорошо отмывают. Не хуже, чем вот эти вот дорогие, которые не оставляют никакого налета. Все хорошо промывает. Ни запаха, ничего. И посуда такая не скользкая. То есть, ну, особенно если на второе полоскание поставить. То есть, вот эти таблеточки очень классные и экономные. Ну, цена у них бюджетная. Так, дальше он взял... Что это? Это щетки для машины. Две штуки. Ну, он мне всегда в отдел авто заходит в ленте. И здесь вот он купил многоразовые тканевые маски для лица. Две штучки вот такие черные. Это он для себя, мои цветные. Он не очень хочет носить. Вот. И у нас же сейчас ввели... обязательное ношение масок, перчаток, поэтому вот он взял. Так, дальше здесь пакеты для мусора на 60 литров и на 120 литров. 120 это мы обычно, ну, какой-то крупный мусор, вот с участка там собираем, вот, как раз для этих целей. Здесь дальше зубные щеточки еще взял вот такие, правда 6 штук, ну ладно, вот. И... зубную пасту Colgate, это очень любит ее мой муж. И вот такую еще сплат зубную пасту. И дальше вот здесь дезодорант вот такой себе взял. И вот эти вот ограждения. У нас были уже такие беленькие, я покупала их в обе. Некоторые из них у меня сломались, и вот он снова взял для клумбы. Плюс, когда стоят эти ограждения, моя собакин хотя бы не копает клумбы, то есть ей туда не, особо не пролезть, вот это мешает, и она их не копает. Так что помимо того, что это декоративный такой элемент, еще защита от моей собакины, которая стала снова копать мне клумбы. Так что вот такая вот получилась закупка, сейчас вам покажу чек.
Сумма составила 10200 рублей. Скидка по карте 2584 рубля 35 копеек. Так что вот такая вот закупка получилась у моего мужа. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас интересным и, возможно, полезным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую, до новых встреч!